семена огурцов и белеев 1 относятся к среднеранним и кустовым сортам. Высевают их сразу в грунт или теплицу. Время для посева – с начала до конца мая. Для рассады огурцов и белеев 1 выбирают среднесублинистый и дренированный грунт. Уход заключается в регулярном поливе и прополке. Первый урожай можно собирать через от 49 до 52 дня после появления всходов. Плоды имеют высокие товарные и вкусовые качества, отсутствует горечь. В длину они достигают до 14 см, а масса до 150 граммов. Сорт семян огурцов Лебелей F1 универсальный в использовании. Также он отличается устойчивостью к мучнистой росе, вредителям и болезням. Огурец гибридный Лебелей F1 – это травянистые. Огурец гибридный Лебелей F1 имеет средне-ранний срок созревания. Цвет плода средне-темно-зеленый. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что огурец гибридный Лебелей F1 пчелопыляемый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Годом создания растения считается 1976. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.